Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги, слушатели, дорогие верующие всех конфессий, существующих на Земле, дорогие наши планетарные братья и сестры. Я хочу сказать удивительные для вас, быть может, странные слова. Я хочу сказать спасибо этому вирусу. И вот почему. Если бы сейчас вирус не заставил нас вернуться в свои страны, вернуться в свои дома, в свои семьи, увидеть жизнь другими глазами, мы бы, быть может, пришли к очень разрушительному моменту. И, быть может, наша планета не сумела выстоять. Потому что мы семимильными шагами шли к войне. Сейчас мир стал более созидательным, потому что все мы успокоились и перестали бежать. И сейчас мы говорим друг с другом вот так. Может быть, это онлайн, может быть, это просто через видео, может быть, по телефону, может быть, это по разного рода месседжам. Но очень важно, что мы готовы общаться. И мы вспомнили о том, что есть письма. И те друзья, с которыми мы давным-давно не переписывались, мы вдруг поняли, что мы волнуемся об их состоянии. И сейчас в наших семьях стало теплее, потому что мы говорим о жизни. Мы говорим о том, как мы живем. И мы вспомнили, что есть тепло семейного очага. И сейчас очень важно музыкальное пространство. Оно становится единым. Мы поддерживаем связь друг с другом через музыку. И музыка – это абсолютно интернациональный язык. Мы можем сообщать друг другу энергию чудесную, живительную, музыкальную. Я хочу пожелать всем любви, здоровья, веры и надежды. Я знаю, что скоро мир станет лучше, чище и светлей, потому что Бог един, и Он над нами.